Работы «Непочатый край». Один из памятников архитектуры Иркутска, знаменитые Курбатовские бани, уже более 30 лет разрушается в центре города. Однако сейчас появилась надежда, их восстановят. Как скоро начнется реконструкция, узнала Маргарита Колесникова. Обустроились с комфортом те, кого здесь быть не должно. Объект культурного наследия в центре Иркутска стал местом прибежища бомжей. И сейчас сложно представить былое великолепие курбатовских бань. Но, возможно, ситуация скоро изменится. В середине марта проведут аукцион на реставрацию памятника архитектуры. Правда, предыдущие попытки привести его в надлежащий вид потерпели фиаско. Это особенно огорчает историка Алексея Петрова. Он детально изучил историю купцов-основателей популярной бани. Сохранять, конечно, это здание нужно. Я не знаю, будут ли там настоящие бани, когда на этом месте что-то появится. Но если, поскольку рисунки есть, есть фотографии, по крайней мере, у людей, которые будут иметь к этому отношение, есть возможность именно восполнить ту картинку, которая была в Иркутске 100 лет назад. На воссоздание картинки предполагают дать 4 года. Предприниматели, решившие принять участие в аукционе, должны будут потратить на реставрацию не менее 28 миллионов рублей. Именно эта сумма обозначена стартовой ценой лота, который славится не только своей богатой историей, но и удачным расположением. Курбатовские бани в Иркутске появились в конце 19 века. Это место настолько полюбилось горожанам, что даже в трудные годы Великой Отечественной войны отбоя от посетителей не было. Воду брали из Ангары, и ежедневно посетители тратили порядка 3000 ведер. Однако в 80-х годах прошлого столетия баню закрыли, и объект постепенно начал разрушаться. Некоторые источники говорят о том, что стены курбатовских бань были выложены плиткой, которую делали на Хайтинском заводе. После долгого перерыва совсем недавно он вновь начал свою работу. И, возможно, восстановление таких объектов культурного наследия станет новым витком в истории нашего региона. В других регионах уже есть положительный опыт восстановления исторических объектов с помощью аукционов. Для реставрации же курбатовских бань необходимы серьезные вложения. Работы дорогие и длительные. Поэтому успех проекта полностью зависит от средств, которые смогут выделить предприниматели. И курбатовские бани вновь станут предметом гордости и восхищения иркутян. Маргарита Колесникова, Владимир Пинаев. Новости по будням.